Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы будем ремонтировать зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов фирмы Litacala. Оно имеет модификацию LI-402 и с недавнего времени перестало заряжать аккумуляторы. При подключении зарядного устройства к сети ни одна лампочка не работает, никаких признаков работы зарядного устройства нет. На зарядном устройстве есть защитная пломба открытия. Гарантия уже закончилась, поэтому можно смело его разбирать. В первую очередь необходимо открутить 6 шурупов, которые находятся на задней стенке. И открываем корпус. В корпусе есть плата управления, которую необходимо открутить и проверить, что же с ней. Теперь с помощью мультиметра проверим напряжение, которое поступает на плату. Как видим, напряжение на плату не подается, значит ищем проблему в микро-USB входе. Я сделал фотографию своего разъема. Как видим, здесь один контакт отломан и необходимо менять весь разъем. Можно купить микро-USB на радиобазаре, но я сниму со своего старого телефона, который уже не работает. Я обмотаю плату с помощью фольги и буду паять строительным феном. Вырезаем место выпаивания разъема. И будем греть строительным феном на первой мощности. Здесь температура 380 градусов. Проверим основную плату. Ну, как видим, слегка оплавилась камера. Но это не критично. И таким же образом выпаиваем разъем на ремонтируемой плате. Как видите, конденсатор, который находился возле разъема, взорвался. И фольга не помогла его уберечь от тепла фена. Поэтому лучше выпаять перед тем, как менять контакты. Я приготовил новый конденсатор емкостью 220 микрофарад и мощностью 16 вольт. Вот разъем отпаялся. Это старый, это новый, и будем менять их. Теперь необходимо покрыть эти контакты флюсом и оловом. И после этого будем паять новый разъем на свое место. Снова покрываем плату фольгой и оставляем только место для разъема. И прогреваем феном разъем до момента расплавления олова. Теперь ждем полного остывания платы и припаяем на место конденсатор. Вот плата зарядного устройства собрана и необходимо пересборкой ее проверить, чтобы не делать работу зря. Подключаем разъем USB и плата ожила. И одеваем на корпус заднюю крышку. После сборки зарядного устройства осталось подключить к нему аккумуляторы
и проверить, как оно работает. Вы посмотрели видео о том, как отремонтировать зарядное устройство для батареек фирмы Litocalo. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!